Ваша главная задача – не дать Федерации распасться. Пруссия претендует на принадлежавшие ей некогда территории. Швеция и Россия готовятся к войне. Австрийская империя уже контролирует большую часть территории и может захотеть расширить границы к востоку. Польша и Литва не смогут сохранить свою целостность в такой ситуации, поэтому вы должны добросовестно охранять свои границы. Территория Польши на юге также находится под угрозой. Галиция и Подолия граничат с Крымом, Беларусь и Волынь – с Россией. Османская империя может снова попытаться увеличить число опорных пунктов в Европе. За этим последует столкновение с Россией и Австрией, поэтому следует позаботиться об охране Черноморского порта от угрозы со стороны Крыма. Это позволит Польше торговать на Балтике и впоследствии приумножить богатство. Вероятно, следует вступить в союз с более крупными странами, способными помочь Польше отразить нападение соседей. Франция, Британия и Швеция – прекрасные кандидаты на роль торговых партнеров и военных союзников.